Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Чуть ранее я вам показывала, как я размножаю, каким методом размножаю бальзаминово-гвинейский. Пришло время посмотреть, как у нас продвигается процесс корнеобразования. Как вы помните, если вы видели ранее видео, мы ставили его на воду. Вот посмотрим некоторые из них. Вот смотрите, вот такая вот корневая у нас пошла. Такой результат пока еще, конечно, не у всех. У некоторых только начали корешочки появляться. То есть у некоторых вот такая вот уже хорошая мочка идет. То есть вот смотрите. Скажем так, вот только-только начал появляться корешочки. По причине того, что если у вас уже, скажем так, корневая такая появилась, в плане сейчас вам покажу. Допустим, вот вы уже достали у вас. Тут, конечно, еще маловато. Сейчас вам достану. Вот, допустим, вот такая вот мощная корневая. То есть вы уже можете, в принципе, высаживать в стационарный горшочек. Но при этом обязательно накрыть крышечкой. Вот я вам сейчас покажу. Это у меня черенки стоят мелотрии. Это я как бы себя подстраховать в плане того, что семена я собрала, но не знаю их в схожесть. Я как бы сделала немножко черенков. То есть вам придется вот таким вот образом сделать бальзамин. Это в обязательном порядке. Сейчас пока я свои высаживать не буду по причине того, что у меня в балагане нет такого тепла, даже под стаканом. К сожалению, бальзамин у меня может не выжить. Я сейчас их оставляю до лучших времен, до тех пор, пока у меня стационарно не начнется постоянно топиться печка. Это еще как бы месяц точно им тут стоять. Вот они у меня стоят. Некоторые, конечно, себя не очень хорошо чувствуют, некоторые пошли. Ну, как говорится, кому суждено, тому суждено. Так что вот такой промежуточный результат у меня по бальзаминам. Будем смотреть, что у нас будет дальше. Видите, тут вот только-только начал появляться. Также я провожу ревизию, убираю листву, доливаю воды. Воду уже ничего не добавляю. Так что вот такой вот результат. Далее будем смотреть и думать, что делать с ними дальше. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного.